Так, ребят, мы сейчас углубляемся потихоньку в тайгу. Идем с Олежкой по лесной дороге, вот такой вот осенний уже, соснами. Будем потихоньку пищать. Ну, ветер. Вот, в принципе, можно его наманить и на таком ветру. Будем потихоньку уже пищать, да, и сейчас пробовать. Если где услышим ответ, ну, сместимся. Вот порывы вот эти. Да, и ты его просто можешь не услышать. О, смотри. Вот по идее, когда ельник такой густой идет, они в нем живут, а кормиться вылетают на просветы, на вот ольховники, березняки. То есть вот место прямо рябчиковое тут. Но ветер, к сожалению, против нас вообще никак. Просто никак. Вроде бы. Да? Что-то было. Ну, давай туда. Может, вот непонятно, самец это или самка. Самец это или самка, потому что у меня ощущение, что это самка. Хотя
Хотя доходит. Доходит. Это самка. Видишь, это самочка. Ну, с пулем, ребят, ничего там страшного нет. На манок самки, как я вам и говорил, вот сейчас мы когда с Олегом общались, на манок самки частенько подлетает сама самка, тем более они тут сидели парой. Вот, теперь хорошо бы, очень хорошо бы добрать еще и самца. Вот сейчас мы нашумели выстрел, естественно, он сейчас затих. И, по-моему, я слышал еще одного. То есть где-то вот самка, да, и где-то еще там самец. Вот этот, он сидел же вот там сперва, ты к нему спиной сидел. Вот так вот дугу облетел. И где-то вот туда. Сейчас он, скорее всего, удалился. А ты видел его? Я видел, как он сел, но я его закрывал полностью. А, то есть ты его видел? Я видел, как он подлетел. И сел. Ну, то есть он у меня был вне поля зрения после того, как он сел. Ага, ну бывает. И не под выстрел. И не под выстрел. И... То есть он где-то за кронами, за... И не пиз... Такое бывает, потому что, видишь, довольно густое это самое. Садятся высоко на сосну. Вот это она сидела прям почти под крону. Метров 20. Так. Ну да, да. Выстрел у тебя был. Метров 20, наверное. Да, если вы. Ну, она метров 10-15. И я еще угол. Да, метров 20. Ну, не так далеко, но контейнер. Угу. Все-таки я вот контейнером, потому что, опять же, вот как понять, где ты окажешься, да? Конечно, когда вот густой, да, например, ельник какой-то, то, конечно, шансов больше, он близко очень подлетит. Угу. У меня было вообще 5 метров. Но, видишь, тем не менее, вот погода вроде как рваная все-таки, да, это нестабильная, я считаю, погода. Ну и то движение, результат есть, движение есть. Видишь, почему вот охотники, которые, ну, считают, что там самку добыть, вот там неэтично, всегда самцом манят, потому что на самца самец прилетит. Угу. Самка реже, а вот самка на самку, она летит. Угу. Я так подозреваю. Ну, о чем я тебе говорю, то вот сейчас вот прям мы вот сидим вот тут. Вот. Нет. Ну-ка дай-ка дадим ему. Где-то крылья его слышу. Вот он. Он рядом. Не двигайся особо. Медленно двигайся. Перелетел он. Вот он сидит. Я его не вижу за деревом. Низко сидит. Тихо, тихо. Не двигайся, не двигайся. Не надо. Вон он. Вон сел. Ну, шумовой, и, к сожалению, ну, мы видели, как он вот там за этим низом те бревнышки там перелетал, и потом куда-то, видимо, совсем улетел. То есть мы тут еще и чай пили, гоняли, я понял, что у меня нет патронов в патроннике, досылал, при всем при том он перелетал, но уже не отвечал, потому что он уже на шуме, что называется. Ну и добыть такого, конечно, крайне сложно. Это вот когда активность такая. Значит, мы сюда придем еще. Никаких проблем нет с этим. Место примерно запомнили. Привет, ребят, доброе утречко всем. Очередной выход у нас с Олежкой в
в южную тайгу, в лес по рябчику. Наобещали нам сегодня погоду хорошую, просветы. В общем-то, в принципе, на горизонте, Олег, да, там есть какие-то просветы. Но тишина, вроде давление нормальное. 752. Вот. По идее, как бы это, но лес молчит. Дожди идут, и вот этот фронт, он сбил, конечно, птицу всю, и утка, и рябчик, отреагировала природа. Мы сейчас идем с тобой и делаем следующее. То есть я маню, я буду самкой. Вот, я самка, ты самец. То есть через, там, я самц, самкой, а ты там через, допустим, секунд 15 самцом. Ну, то есть постоянно делать одинаково не нужно, они же тоже могут отмолчаться. Вот. То есть я дал самкой, ты самцом. Потом прошла там минуты 2-3, ты сам самцом. Вот как-то так. Самец. Не-не. Ну, вполне. Олег, это вот, считай, уже второй раз он выходит в лес, и уже он как манком управляет. Идем до... Вот там сейчас просвет такой, там болотина. Жесткая будет справа болотина. С топями, с мочежинами. Там лоси лежат. Там вообще все истоптано лосем. Потому что вон и березнячок такой. Это прям кормовая база его. Да и вообще тут лося, в принципе, полно. Вот. Да и медведи есть. Да, и мусор тоже, естественно. О, брусника-то, в принципе, вот, не обобрана. Пару ягодок. Да, еще даже черничка. Слушай, ну брусника еще не дошла. А черника уже перезрела. Кисленькая. Вот-вот она. По ощущениям, реально все сдвинулось на месяц, ребята. И судя по прошлой охоте, вот, хотя, ну, странно, уже парами, что ли. А это, смотри, а это вид можжевельника. Это прям эндемик южно-таежный. Можешь понюхать, очень ароматно пахнет. Вот листочки. В чай не знаю, слушай, ну можно, наверное, попробовать. Я бы не стал рисковать. Они не все можжевельники полезные. Но этот можжевельник выдавливает с хвойной, хвойники. Они давят, давят, его все меньше и меньше. Доминирующее. Что там? Что за так интересно? А, разрыто. Да не, ну, не знаю. Ну, Лёшка, для Лёшки маловато. Да Лёшки тут эти лосиные, это все понятно. Вот. Ну, а вот это вот, Олег, не... А вот это вот не черника. Это... Ну-ка, угадай-ка, что вот это такое. Ну-ка, ребята, давайте. Биологи знаменитые в комментариях. Я уже вижу кучу комментариев. Давайте. Мне нужно вот этого растения, научное название, а потом простонародье. Давай. Научное смешное название, Олег. А я ведь говорил, я ведь летом еще присылал. Ну, это, ребята, гонобобель. Ну, или в простонародье голубика. Вот так вот. Видишь, она отличается от черники. И ягоды у нее более такие продолговатые, хотя тоже черненькие. Вот там черничина видна, валяется. А гонобобля уже нету. Гонобобель, вот так вот. Ну вот оно начинается, там редколес такой, все реже, реже, реже. Потом там такая карликовая березка вот эта пойдет, высоко они тут не нарастают. Карликовая сосенка и болотина. Угу. Вон мягкая, такие мхи вот эти сфагнумы. Идем по какой-то вот зверовой тропе, лосиной, видимо. Может, какой-нибудь и напищим.
Видишь, вот начинается такой еловник более-менее плотный. Mm-hmm. То есть плотно-плотное вот это вот идет. А здесь открытое. Mm-hmm. Вот он, березняк, там какие-то осинник, ольховник. То есть вот там они живут, по идее, а сюда вылетают кормиться. Они далеко не будут улетать. А зачем? Mm-hmm. Покушал, поклевал сюда. То есть вот учитывая, что сейчас ягоды нет практически, кормовая база у них вот такая древесная. Они, по идее, должны здесь быть, может быть, чуть глубже, но нас они точно слышат. Угу, хорошо. Я так еще думаю, что сейчас идет у них перестроение на вот именно такую уже позднюю осень. То есть они перестраиваются в плане поведенческих особенностей, то есть дележка территории, формирование пар. Вот, и из-за этого может и активность, кстати, быть пониже. Хотя, когда вот они уже начинают пары формировать, бывает выходишь, а они пищат между собой. То есть самка, самец, там самец. Борются, отбивают как бы территорию свою, чтобы потом самочка уже с более сильным и уверенным петушком делала пару, ну, на зиму, к зиме. Вот тогда да. Но вот после того, как выводки вот эти разлетаются по там конец лета, конец августа, там сентябрь, вот после этого охота в принципе становится сложнее, интереснее и сложнее, потому что отдельного выманить показалось уже довольно сложно. Смотри, Олег, лосиное это, слонец. Все лосем истоптано. А соли нет. Смотри-ка. Лосем истоптано, а соли нет. Мешок только он лежит и все. Погрызли. Сюда тоже вот на такие соль кладут. Ну, егеря тут работают, да. Это под слонец вырубили. Ну, вот свежий лось. Ну, может, и не очень свежий. Он здесь ходил тоже на свои, по своим местам. Рябчик. Вот он тут сидел прямо вон, под этим пеньком и молчал, видишь, молчун. А он нас слышит и все. Поэтому я говорю, иногда просто стоит сесть и сидеть. Ну, видел, они тут есть. Вот мы его подняли прям. Они недалеко, он отлетел метров на 40. Что, прямо здесь? Да, вот, понизу сидят. Ну да, видишь, тут такая, типа, подобие какого-то речушки, болотинки. Пересохший. Вот они вполне себе повдоль тут и могут сидеть. Он отлетел, и все, теперь шумовой рябчик. Ну, они молчат. Ужик. Ужики, но что-то не вижу, у него желтый. А, вот он, вот желтый, же не видишь? А, все вижу, он свистит. А, он дохлый вообще. Он дохлый какой-то. Не, смотри, живой.
Он спит. Все, осень, они спят. Еле-еле двигается, еле заметно. Ужик. Маленький ужик. Есть. Я все-таки, блин, его вымучил. Ну, да. Это просто вымученный рябчик, и я тебе говорю. А я еще, понимаешь, я еще думаю, мужики за грибами ходят. Может, с той стороны пойдут, толкнут его. Вот, скорее всего, так и произошло. Он же замолчал. Почему? Слышат, люди идут, а угроза. Где-то ветка хрустнула, где-то еще чего. Все, и вот этот крайний ответ, после этого я дал самкой, он замолкает и перелетает уже, без звука. Ну, далековато, кстати, я не знаю, сколько, метров 30, наверное. Да, точно, вот на какой-то из той веток, вот этой березы, именно, не елки, а березы. И вот трофей, ну. Смотрим, петушок или... Да, это петушок. Это именно он и отвечал. Ну, ребята, красавец какой. Ну, это молодой петушок, видишь, судя по этим полоскам на маховых перьях. Хотя, в принципе, вот на этих не так их и много. Нет, ребят, это уже, наверное, это уже постарше будет. Ну, и такой он крупненький довольно-таки. Ну, Олег, угу. Да? Здорово. Красота. Видишь, какой пестренький. Вот я тут сидел, вот. И вот, вот та ветка, вот где, видишь, край елки, вот та аж ветка. Угу. Ну, где-то тоже, ну, метров, может быть, 20. Ну, в смысле, вот на это получается. Во, вот, вот эта береза, вот, вот она идет. Но... Вон там, вот аж на той ветке, угу. На краю. Метров 20. 35 где-то тогда получается. Ну, да, около тридцатки. Тридцатка точно. Ну вот поэтому и контейнер, ребят. Потому что не часто бывает, что они прям к тебе вот прям 15 метров в лоб подлетают. Поэтому контейнер. Ну вот гильзочка, собственно. Олег, подними, пожалуйста, а то руки не хватает. Семерка. Это азот. Сибирь у них. Вот серия. Все, ребят, с полем. С полем, да. Да. Ну ничего, мы это самое, мы тебе тоже наманим. В следующий раз я тебе предлагаю взять самку и манить самкой тоже. Ну он крупный, он крупный.